Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу очень редкий набор монет Украины. Это монеты 1996 года, которые любой из вас мог встретить в обороте. Да и многие мне пишут в Инстаграм, что находили их. Ссылка на мой Инстаграм, кстати, будет в описании. Но именно этот набор уникален. И я расскажу, в чем его уникальность, и выставлю его на продажу на сайте Violity. Если интересно, продолжайте смотреть. Кто регулярно смотрит мои видео, наверняка видели ролик про мою поездку в Киев. Я сам из Харькова. В тех видео я прогулялся по барахолке. Было довольно весело и интересно. Но, конечно, главной причиной поездки была покупка этого набора. И тогда я сделал небольшой сюжет о нем. История появления украинских монет окутана разными тайнами и интересными ситуациями, которые я стараюсь показать на своем канале. И вот перед вашими глазами как раз такой предмет, который хотели бы иметь многие коллекционеры монет Украины, как в нашей стране, так и за границей. Кстати, ограничений на вывоз таких монет таможня не ставит. Ну вот с другими монетами у таможенников могут возникнуть вопросы. Сейчас такой период, что некоторые коллекции распродаются и выставляются на торги. Очень редкие, интересные пробные монеты, монетовидные жетоны, которые уже являются частью украинской истории и нумизматической истории. И для тех, кто серьезно формирует свою коллекцию или домашний музей, это просто отличное время купить оригинальные и редкие монеты Украины. Ну что, переходим к набору. Как вы знаете, существуют выпуски регулярных монет, которые не просто отправляются в оборот, а пакуются в наборы официально. И монеты добавляются туда повышенного качества чеканки. Первый набор, который был официально выпущен на Луганском станкостроительном заводе, это был набор регулярных монет Украины 1996 года. Существует два вида упаковки. Это полиэтилен и вот такой вот картон. Первого варианта у меня в коллекции нет и не было. И для меня он не такой красочный, и очень часто такая упаковка рвалась, изнашивалась. А вот второй набор — это просто супер. Он очень красивый, яркий, приятно держать его в руках. Я сразу купил, у меня как только появилась такая возможность. У меня есть видео на канале с этим набором. Вот оно. Он просто шикарен. Обратите внимание, сейчас я показываю официальный набор 1996 года. Но почему он такой редкий и ценный? В нем размещена редкая 1 копейка 1994 года. И сама по себе эта монета является редкой и дорогой. Но еще в таком сочетании, в наборе 1996 года. И мы точно можем понимать, что монета была сделана на заводе, так как размещена в этом наборе. Возможно, она попала туда, так как не хватало монет 1 копейка 1996 года. Или произошла какая-то ошибка. Или кто-то специально решил сделать такие наборы. Это очень интересная, загадочная история. Напишите ваше мнение в комментариях, как такая монета могла появиться в этом наборе. Я выставил этот набор на сайте Violity, так как там собираются коллекционеры со всей Украины, да и не только. Мне порекомендовали поставить на набор ориентировочную цену порядка 20 тысяч гривен, так как он действительно редкий и таких наборов в картоне не продавалось еще на Violity. Был набор с копейкой, но он в полиэтилене, не картон. Те, кто продают и покупают на Violity, знают, что на сайте есть такая опция, как резервная цена. Если продавец ее активирует, то дешевле этой цены лот не будет продан. Будет срабатывать специальный робот, перебивающий цену до резервной цены. Я сам очень люблю торговаться на аукционах. Это особые переживания. И я решил в этом лоте убрать резервную цену прямо сейчас, здесь в видео. И дать возможность торговаться без ограничений. Так вот, как это проходит? Заходим на лот и удаляем эту резервную цену. Этот набор совсем скоро перейдет к новому владельцу. Пополнит чей-то настоящий домашний музей. Интересно, этот набор есть где-то в музеях? У нас в городе точно нет. Возможно, в Киеве, но я сомневаюсь. Кстати, у меня сейчас на аккаунте Violity есть много интересных монет Украины, которые были у меня в дублях. Я выставил их. Пожалуйста, принимайте участие. Ссылки на них будут в описании. Это монеты из серии «Области Украины». Они аккуратно хранились в капсулах. На фото я показал, какое отличное у них состояние. Ну что, вот еще немного покажу вам этот набор. Он просто потрясающий, очень красивый. Я желаю вам удачи и фарта в поиске интересных, редких монет Украины, наполнении ваших коллекций, чтобы они вас радовали, тех, можно сказать, домашних музеев, которые у вас есть. И всем удачи, пока-пока, друзья!